Привет, ребята! Спасибо, что зашли на мой канал. Во вторник я узнала не очень хорошую новость о квартире, но это я сниму в отдельном видео и не буду вас сейчас об этом грузить. Ребят, мне от вас очень нужна помощь, очень-очень сильная. Если у вас есть возможность, пожалуйста, помогите мне. Я как-то уже рассказывала про эту организацию, про этот лагерь для детей с инвалидностью. И вот недавно я увидела у них пост в группе, что им нужна помощь. С моей стороны уже помощь сделана. И у них проходит каждый год рождественская вечеринка для детей с инвалидностью. И вот 5-8 у них будет вечеринка. И они нашли помещение, но им выставили счет аренды 30 тысяч. И они просят помощи, может, кто-то поможет. Ребят, если у вас есть хотя бы, ну, если чисто символически, хотя бы 50 рублей, скиньте, пожалуйста, им. Все реквизиты я обязательно оставлю под этим видео. Если есть возможность, скиньте, пожалуйста. Если нету, то спасибо огромное, что все равно меня посмотрели. Я надеюсь, что я помогу, чем смогу этим знакомым, этим ребятам, этим детям. И у них будет очень веселая вечеринка. Поэтому всем спасибо.